Ну что, дорогие мои, всем привет! Сегодня, можно сказать, у меня праздник, потому что впервые я выхожу к вам сюда на YouTube в горизонтальном формате и в разговорном формате. Здесь у меня довольно-таки много уже подписчиков, и вы видите в основном шортс какие-то коротенькие, какие-то тренировочки, но многие здесь не знают какой-то моей истории, как я начинала худеть, что у меня получалось, что не получалось, как я вообще пришла к тренерству и так далее. И сегодня я хочу рассказать вам мою историю от самого начала до сегодняшнего дня, рассказать, какие у меня были взлеты, какие у меня были падения. Я думаю, что многие себя в этом увидят. Я дам тоже какие-нибудь советы свои, да, чтобы вы не наступали на грабли, а пользовались моими советиками как обычного человека и также как... Добрый вечер! Это первое видео, да, все нормально. Ну так вот, так как я тренер, да, и нутрициолог, и обычный человек, я вам смогу дать советы, можно сказать, с трех разных сторон. Ну что, начнем. Многие каждый день переедают калории, забывают о физической нагрузке и предпочитают вместо ходьбы автомобиль. Умные весы мне помогают начать день с настроя на правильное питание. Японский бренд Танита первые изобрели электронные весы с возможностью анализа тела. Японская корпорация Танита начала с медицинских измерений. Сегодня это лидер в мире. Только в Японии в год продается 2 миллиона таких умных весов. И покупают их не только для себя, а также пожилым людям и даже детям. Особенно, если присутствует малоподвижный образ жизни. Представляете, первый в мире шагомер изобрели именно в Танита. Имея большой опыт в медицинской отрасли, Танита во главу угла ставит здоровье человека, проводят мероприятия по профилактике ожирения, в том числе среди детей. Вы можете найти их весы и оборудование в медицинских центрах, а также в фитнес-клубах. Весы Танита могут запомнить 5 пользователей их данные. Давайте я покажу сейчас, как это сделать. Нажимаем Set. Здесь у меня уже есть данные, но я вам так примерно покажу. Вот первый мой. Устанавливается здесь дата вашего рождения. Вот так вот кнопочками вниз-вверх делаем. Дата меняется. Так. Возраст. Девочка я. Далее мой рост. И все. Можно взвешиваться. Ну и теперь наши весы готовы к тому, чтобы взвеситься. Встаем мы обязательно сухими ногами, смотрим, чтобы платформа тоже была сухая, и обязательно встаем босиком, чтобы измерить наши параметры. Встаем и ждем. Весы Танита показывают такие показатели, как вес, процент содержания жира, процент содержания воды, висцеральный жир, костная масса, мышечная масса, метаболизм в калориях, метаболический возраст и также физический рейтинг для оценки телосложения. Весы Танита – это незаменимый помощник для контроля собственного здоровья, а также здоровья близких. Ниже в описании я оставлю всю информацию, ссылочки и артикулы, где можно заказать такие классные весы. Благодаря весам Танита вы сможете быстрее прийти к желаемому результату. Началось все в далеком 2011, наверное, году. Может быть, 10, но, наверное, все-таки, скорее всего, в 2011 году. Тогда мне было лет 19-20, и я начала встречаться со своим нынешним мужем, и мы впервые поехали с ним отдыхать тогда на море в отпуск. До этого времени я вообще не задумывалась о том, как я выгляжу. Ну, то есть, наверное, как-то задумывалась, ну так, знаете, ну типа чуть-чуть думала, но на самом деле у меня ощущение, что до 2011 года у меня вообще не было мысли о том, что нужно как-то там за собой ухаживать, тренироваться, правильно питаться, то есть как будто бы я этого не помню. И, соответственно, я также, кстати, буду прикладывать фотографии, показывать вам. В 20 свои лет я выглядела не очень круто, на самом деле. Потом, когда мы съездили и приехали из этого отпуска, я посмотрела на свои фотографии, конечно, я ужаснулась.
Да, плюс к этому я была достаточно закомплексованная и выносила своему мужу мозги по поводу того, что он там смотрит на каких-то девушек, но все мы знаем, что когда в купальниках, да, есть девушки, которые за собой ухаживают, и они, конечно, намного лучше выглядели по сравнению со мной, меня это очень злило, то есть я постоянно его отдергивала. Ну, на самом деле это ужасно, девчат, не делайте так, занимайтесь собой, и поверьте, у вас потом все комплексы пропадут, и уже вы так не захотите делать. Ну так вот, и потом я посмотрела свои фотографии, ужаснулась, и еще тогда в отпуске он мне сказал такую фразу, когда в очередной конфликт у нас произошел, он сказал такую фразу: «Ты так себя ведешь, потому что ты завидуешь им, потому что ты не выглядишь так же, как они». Конечно же, тогда меня это обидело, но я не ушла там за груз, и так что там с ним все не общаюсь, не дружу, да, не разговариваю. Я подумала, блин, но он прав, мне нужно что-то с собой делать. И тогда я ничего не знала про тренировки, ничего абсолютно про питание. Тогда как-то блогов таких еще мало было. Я начала чего-то там где-то как-то черпать сама эту информацию из интернета. Были тогда, мне кажется, очень популярны ВКонтакте, типа вот эти группы 40 килограмм, 0 калорий, такие, знаете, где какое-то такое адское похудение, убийственное просто для твоего организма. Мне кажется, было что-то вот такое. Вот. И я помню, пошла, начинала ходить в зал, потом забрасывала, начинала ходить на групповые тренировки, на тренажерный зал, опять забрасывала. Ну, вот какая-то такая ерунда началась, да. Я помню, я, по-моему, даже на одних смузи сидела какое-то время, с коллегой по работе мы ходили в фитнес-зал. Ну, в общем, какими-то непонятными путями я все-таки пришла к результату. Ну, видно, еще тогда молоденькая была, еще до Варюшки, до моей дочки. Кто не знает, моей дочке сейчас 7 лет. В общем, я пришла к хорошему результату. Вот. И похудела я прям достаточно хорошо. У меня небольшой рост, у меня 158 сантиметров рост. И я похудела тогда, ну, наверное, прям, не знаю, 48 килограмм у меня было. Ну, прям такая была хорошенькая, худенькая девчушка. Потом у нас произошла такая максимальная притирка, наверное, так можно сказать, в отношениях. Это уже был где-то 2014 год. Я уже хорошо выглядела, и в отношениях начался какой-то самый адовый трэш. Мы просто, ну, в общем, было все, что плохое может быть. Ну, в общем, короче, были очень плохие отношения со стрессом и так далее. И я, по-моему, еще тогда похудела и весила что-то типа 45 килограмм, ну, то есть прям уже такая критичная была цифра. Вот. И решила я почему-то в тот момент, это 2014 год, получается, мне сколько на тот момент уже было, ну, наверное, 23 года, и я подумала, что, наверное, мне пора подумать про ребенка, ну, то есть мне захотелось родить ребенка. И, в общем, когда еще вот этот весь стресс у меня был, соответственно, я практически не ела, я прям такая вот на голоде была, плюс у меня уже тогда, знаете, было такое жесткое ПП и ЗОЖ головного мозга, я вообще прям там ничего себе не разрешала, ну, то есть прям такое питание на сушке, типа там индейка на пару, творог, ничего лишнего, огурцы, ну, то есть прям по жесткачу питалась, плюс стресс, в общем, да, я высохла прям жестко и такая, а, хочу родить ребенка, да, ну, и, соответственно, я там начала ходить по врачам и так далее. У меня там были небольшие сложности, вот по женскому здоровью. Мне сказали, надо что-то делать, лечиться и срочно рожать. Вот. Ну и, в общем, я потихонечку-потихонечку там со всем этим разбиралась. И в 2015 году у нас более-менее, кстати, стабилизировались отношения. В 2015 году я забеременела. Вот. И что произошло потом? Потом произошло то, что я ушла в жесткий такой зажор, потому что все эти годы, грубо говоря, там, с 2011 года по плюс-минус 2015 год, я очень сильно себя ограничивала, я очень сильно тренировалась, плюс там еще был у меня стресс, да, на фоне нашей притирки в отношениях, вот, пыталась уже тогда там разбираться, очень много я всего прочитала, литературу про питание, про тренировки, ну вот тогда начало у меня зарождаться вот это желание стать фитнес-тренером. Я даже помню, знаете, когда я ходила на тренировочку групповую, там была девочка, тренер Таня, как сейчас ее помню, она такая была очень красивая, стройная, загорелая.
Варя, тихо. И, в общем, я прям, знаете, визуализировала и представляла, как вот это я сейчас на ее месте веду всем тренировки. То есть мне тогда уже очень захотелось посвятить свою жизнь фитнесу и самой преподавать. Ну, то есть мне прям нравилась эта энергетика и так далее. Вот, поэтому я уже тогда начала сама изучать очень-очень много всякой разной информации вот с 2011 по 2015. Так вот, вернемся к тому моменту, когда я забеременела в 2015 году. Я беременею и понимаю, у меня есть 9 месяцев законной обжираловки. И знаете, я, честно, нисколько не жалею. Я отрывалась как могла всю беременность. Я очень много ела, вот прям очень много, и мне было так кайфово. На самом деле сейчас, если я забеременею во второй раз, я уже не буду так делать, но тогда мне хотелось именно так, и я ни в чем себе не отказывала, короче говоря. У меня даже, когда были схватки, мы уже ехали с мужем, он меня отвозил в роддом, и я ему сказала, пожалуйста, поехали заедем в Макдональдс, потому что потом, как там, грудью буду кормить, буду как питаться, непонятно, может, там на одну гречку меня посадят, пожалуйста, я хочу поесть. В общем, за беременность, за 9 месяцев я Варю переносила, за 40 недель я набрала 25 килограмм. При росте 158 сантиметров я шла рожать 74 килограмма. Я была очень такой большой. Тоже покажу фотографии. Вот, но мне было кайфово. Причем у меня еще не было токсикоза в начале беременности. Знаете, очень многие девушки еще в начале беременности худеют, да, потому что токсикоз и так далее. У меня не было, у меня была просто идеальнейшая беременность. Я могла есть прям самое. Вот как две полоски увидела, я такая, ну все, теперь мое время пришло. 4 года я себя держала в рамках, теперь отрываемся. Ну, в общем, да, поправилась я на 25 килограмм, и, соответственно, первый год рождение Варюшки, я как-то, знаете, ну, видимо, не до этого было, что ли, я не знаю, я, или, может быть, настолько я устала от этого жесткого контроля, в общем, когда родилась Варя, первый год я прям полностью ушла в нее, мне было пофиг на питание, на тренировки, я кайфовала от нее, мы там гуляли, она у меня майская, лето, то все, ну, короче, мне было прям кайфово до января, декабря месяца, то есть, получается, в мае я ее родила, вот, ну да, где-то так, наверное. Наверное, где-то так. В общем, после, спустя год, ну да, наверное, год, после рождения Вари мы поехали на мой день рождения, у меня день рождения 15 декабря, на турбазу. Я схуднула, весила я тогда, наверное, килограмм около 60. Я схуднула, но, соответственно, еще очень много лишних килограммов, да, вот, и мы едем на турбазу, опять же, мы там фоткаемся, снимаем видео, и я просто на себя смотрю и думаю, блин, ну я какая-то прям, ну как тетка, ну что это вообще такое, я же была в офигенной форме, нужно возвращаться. И я помню, что там, ближе к 1,5 годам, я там чего-то, наверное, начала уже сама делать, у меня так уже немножечко, вот видите, классно, что я сейчас это видео решила записать, потому что спустя года это вообще все забудется. В общем, спустя 1,5 года заканчиваются выплаты с официальной, да, работы, и я понимаю, что я не хочу возвращаться на свою старую работу, а работала я координатором в отделе продаж. Я хочу посвятить свою жизнь фитнесу, спорту, здоровому образу жизни. Я должна прямо сейчас пойти учиться. Если я сейчас это не сделаю, то я больше никогда не воплощу свою мечту в жизнь. В общем, я решаю начать новую жизнь, скажем так, двигаться в путь, по дороге здорового образа жизни, фитнеса. И я решаю идти на фитнес-марафон к блогеру. Она знаменитая блогерша сейчас. Я не буду называть имя и что это за блогер. Вот. Но я решаю пойти к ней, чтобы перед тем, как пойти учиться на фитнес-тренер, немножечко привести себя в порядок. Потому что, ну, мне было стыдно, как будто бы. Мне казалось, что я сейчас приду на обучение, а там все будут такие фитнес-бикини, а я тут, у меня еще там плюс-минус 10 лишних килограмм. Как я буду выглядеть там и так далее. Но на самом деле, забегая вперед, вообще забейте на всех, вот реально. Если вы тоже там стесняетесь начать что-то из своего лишнего веса, забейте на всех. Потому что, когда я туда потом пришла, и я посмотрела на всех и такая,
чего я боялась, вообще непонятно. Наши страхи очень часто не обоснованы. Ну так вот, и получается, что я начинаю странеть у фитнес-блогера худеть, да, и за месяц, по-моему, или там чуть больше было месяца, я сбрасываю, по-моему, 3 килограмма, и уже так намного лучше стало выглядеть. И, соответственно, оплачиваю обучение и иду учиться на фитнес-тренера. Пока я занималась вот в марафоне, потом занималась на учебе, я, соответственно, еще больше похудела. И я, знаете, я такой человек, если я что-то хочу, если я уже, да, взялась, скажем так, то я делаю сразу, то есть я не растягиваю что-то надолго. Лучше я, как говорится, сделаю сейчас не идеально, чем не сделаю идеально. Я помню, мне сразу в голову, да, мысль, мне нужно найти работу, мне нужно сразу свои знания применять на практике, я хочу работать с людьми, я мечтала об этом уже столько лет. И, соответственно, когда у тебя нет совсем никакого стажа в классные фитнес-клубы, тебя не возьмут. Я думала, мне надо хотя бы с чего-то начать. И у меня есть знакомый фитнес-тренер Валерия. Она тоже, кстати, наверное, одна из первых моих тренеров. Я обожала к ней ходить на тренировки. И это такой был тоже мой, скажем так, пример по ведению тренировок, по энергетике. Вот, я ей написала, что вот так и так, мне нужна помощь ваша, пожалуйста, помогите. И она мне помогла, она посоветовала мне девочку, которая держит свою фитнес-студию. Ну, такие, знаете, небольшие фитнес-студии для женщин. И я туда пришла. Пришла на собеседование, прошла это собеседование и начала в этой фитнес-студии потихонечку преподавать. И там я еще больше себя привела в форму. Я вела только групповые тренировки. Мои тренировочки в быстром темпе, они без большого веса. То есть это все такое, попрыгали тут, присели тут, встали тут, такое все. Вот. Ну, кто ходил на групповые тренировки, я думаю, вы представляете, что это такое, да? Я могла вести обычную аэробику, классическую аэробику, пилатес, стретчинг, силовые направления в групповых программах. Вот, то есть такие прям базовые групповые занятия. Вот, и тогда я уже привела себя в форму, стала лучше выглядеть уже, знаете, я просто, ну, на самом деле, тренерство, оно очень меня раскрыло. Я перестала мужу выносить мозги. Мне абсолютно все равно, кто как выглядит. Я нравлюсь себе. Я знаю, что даже если я поправлюсь, я буду офигенно выглядеть все равно. Я приведу себя в форму. У меня нет никаких комплексов. Я энергичная, позитивная. То есть во мне есть энергия. И вот это вот притягивает, да, в первую очередь. Так вот, и получается, я небольшое количество времени, на самом деле, отработала в этой фитнес-студии, и потом у нас открылся такой достаточно хороший фитнес-клуб, он был новый, и я пришла туда на собеседование, и меня берут уже на работу в фитнес-клуб. То есть это произошло буквально за полгода после того, как я отучилась. Вот. И, представляете, у меня еще на руках была 2-летняя Варюха, и я везде... Ну и, соответственно, в садик она не ходила. Я везде ходила с ней. У меня было, допустим, по 2-3 тренировки с утра, там, утренние, да, в 9-10, в 11. И потом еще также по 2 тренировки вечером, там, в 6-7-8. И вот я вставала с утра, брала Варюху, мы бежали на тренировку. Благо везде есть там детские комнаты, я ее закидывала в эту детскую комнату в фитнес-клубе, отрабатывала тренировки, забирала ее. На самом деле, сейчас так вспоминаю, очень часто она была уже сонная. Я ее тащила домой сонной на руках. Мы быстренько домой прибегали, там я ее кормила, укладывала ее спать. А потом она просыпалась, я снова кормила, мы собирались. Я бежала на вечерние тренировки. И я так практически каждый день работала. В общем, потом, в итоге, я работала в 3 фитнес-клубах. А, вот, одновременно. Вот, то есть... Просто, ну, вот настолько я была заряжена этим всем, и я была в отличной форме. Я очень много ела на тот момент, потому что каждый день у меня по 5-6 тренировок групповых, часовых, и я их все от и до отрабатывала. То есть я из тех тренеров, которые будут тоже делать упражнения, тоже показывать, то есть вместе с клиентами. Я терпеть не могу таких групповиков, которые говорят: приседаем, раз,
Два, ненавижу таких. Я считаю, что это может позволить себе тренер персональный, например, в тренажерном зале. Групповой тренер ни в коем случае себе такого позволить не может. Он должен заряжать именно энергией. У меня были огромные просто залы, то есть полностью были забиты залы, и девчонкам нравилось, я всегда шутила. Ну, то есть, знаете, это своего рода как такое выступление. Ты заряжаешься от них, они от тебя заряжаются этой энергией. Это реально. Я вот сейчас полностью в онлайне работаю. Иногда, конечно, поэтому я скучаю по вот этой энергетике. Вот, то есть проработала я так, получается, 18-19 год в трех клубах с Варюшечкой под мышкой. Вот, реально, просто все мне говорили, что это уже ребенок общий, потому что она там могла в туалет сходить, ее кто-то там покормит, ну, короче, вот. Но, знаете, это тоже такой плюс, потому что она у меня в итоге получилась такая очень общительная, мы легко там пошли в садик первое время. Ну, то есть она не закомплексованная, никого не боится, она очень общительная, и вот в этом, из-за этого, мне кажется, из-за того, что я с ней с раннего возраста везде таскалась, мне кажется, она вот такая получилась у меня. Вот, плюс в то время я еще, многие знают, кто-то не знает, в общем, я еще работала в одном онлайн-фитнес-проекте, тоже там были марафоны, ну, в общем, тренировок было очень много, действительно. И тут бах! Приходит 2020 год. Просто карантин, все фитнес-клубы закрыты, из онлайн-проекта я ухожу. Что делать, как деньги зарабатывать, что вообще происходит. И, соответственно, тогда на стрессе, на, ну, такой, можно сказать, работа такой прям активной у меня не стала, я опять поправилась, я начала заедать стресс. На самом деле я такая, я жуткая РППшница. Это вообще, кстати говоря, никак не относится к моим знаниям по нутрициологии. Я прекрасно знаю, как правильно и сбалансированно питаться, но РПП, расстройство пищевого поведения, это именно такая психологическая вещь, я уязвима заедать стресс. Вот. И как раз-таки, когда наступила корона, я поправилась, потому что начала просто этот стресс заедать. Но я такой человек, что я не могу сидеть на месте и горевать, да, там, переживать. Я начала действовать, и я постепенно пыталась понять, как полностью перейти в онлайн, как работать в онлайне, как также давать свои тренировочки людям. И постепенно я перешла в онлайн, начала делать уже свои курсы стройности, начала понимать, как привлекать клиентов, как привлекать подписчиков, и все постепенно стабилизировалась, да, нас выпустили с карантина и так далее, и я уже не захотела возвращаться в офлайн фитнес-клуб, потому что мне было реально достаточно онлайна и в плане занятости, и в плане заработка. Но, конечно же, как я говорю, я иногда очень скучаю по этим тренировкам, и все-таки у меня есть в мыслях, в планах какие-то организовывать такие масштабные тренировки с подписчиками, где мы можем там большое что-то вообще такое огромное снять, вместе потренироваться, или те же фитнес-туры, да, куда-то выезжать. Но все равно мне хотелось бы, чтобы такая живое общение с клиентами было. Но это все, я думаю, случится. Рано или поздно у меня все случается. Потом у меня случился небольшой такой момент по здоровью, и у меня, у моего папы, с поджелудочной проблемой, и у меня случился сильный приступ панкреатита, вот, и мне прописали очень жесткую диету, тоже там просто там нельзя было ни молочных продуктов, ни фруктов, овощей каких-то сырых, ничего жирного, ничего жареного, ничего сладкого, ни какао, ни кофе, ни шоколад, ну, в общем, четко вот прям, короче, диета стол номер 5, я думаю, многие знают эту диету, и минус молочка плюс к этой диете, да, в этой диете молочку можно, мне молочку было нельзя, потому что у меня, короче, на все тогда это поджелудочная моя реагировала, вот, и на фрукт, ну, короче, было прям очень нехорошо мне какое-то время, и я тогда очень опять сильно похудела, прям вот очень сильно, это было, по-моему, позапрошлое лето, сейчас у нас 24-й уже, ну, короче, позапрошлое лето, я очень сильно похудела, что-то опять у меня там около 45 килограмм было, как вот, да, с самого начала, как я начала в 2011 году. Ну, короче говоря, сильно я очень похудела. Слава богу, потом у меня стабилизировалось все.
И сейчас я вешу где-то 52-53 килограмма. Но плюс я еще начала ходить в зал. Мне хочется именно попробовать поработать с тяжелыми весами, посмотреть, как будет меняться моя фигура. Ну вот, я потому что групповик, да, я всегда такая была худенькая, поджарая, а мне хочется форм. Вот у меня сейчас такая цель — посмотреть, как будет меняться моя фигура. Потому что в зале я... Ну так, поскольку-постольку тренировалась, но прям вот постоянно нет. Поэтому сейчас вес чуть больше из-за того, что и мышцы растут. Ну и хочу быть покрупнее такая, по фигуристе. Вот, какой итог всей моей истории? Во-первых, как вы видите, начиная с 2011 года у меня постоянно вес вот так, да, происходит. То есть это абсолютно нормально. Крайне тяжело и на самом деле не нужно быть вот этим вот перфекционистом и вести, нести свой вес пожизненно, там, 50 и не больше, и не меньше, да. Это очень многих может вводить в стресс, когда ты вот ставишь себе какие-то определенные границы, это не всегда хорошо. Вес может меняться, это абсолютно нормально. Разные бывают жизненные ситуации, когда происходит какой-то стресс, еще что-то, беременность и так далее. Нужно просто к этому абсолютно спокойно относиться, принимать это и все. Потому что я очень парилась, когда у меня на стрессе происходили какие-то зажоры, и это еще сильнее тебя подавляет, и ты еще больше разъедаешься, это очень-очень плохо. Я на самом деле вот из этого расстройства пищевого поведения вылезала очень сложно, который случился вот на фоне короны и так далее. Это было, наверное, такое, ну, самое тяжелое. То есть беременность я осознанно себе разрешала есть, кайфовала от этого, да, а здесь я объемся, я себя самоуничтожаю, я себя мучаю, корю этим, и это на самом деле ужасно, с этим очень тяжело жить, поэтому я могу рассказать, да, могу рассказать в следующем видео, как я вылезла из своего расстройства пищевого поведения. Я думаю, что это многим тоже будет полезно, потому что с этим очень большое количество людей сталкивается. У меня очень много клиентов на курсе стройности с такими проблемами. Поэтому вот пусть у нас будет, да, заготовочка, тема на следующее разговорное видео. Я расскажу, как я из этого вылезла. Мой опыт, да, поделюсь с вами. Вот, потому что это было очень тяжело на самом деле. Вот, вот получается такая вот у меня история похудения. И что я могу также подытожить, да, я призываю всех девочек жить без ограничений, без диет, без запретов, без каких-то голодовок. Это прям мой девиз, да, я его везде всегда говорю. Плюс без каких-то убивающих изнурительных тренировок, типа там час планки или 100-500 раз бёрпи. Это вообще не про меня, это не ко мне. Я призываю вас всех относиться к себе с любовью, тренироваться, прежде всего думая о своем здоровье, и питаться тоже, но и разрешать себе что-то. То есть сейчас, на данный момент, я ничего себе не отказываю. Я ем все по чуть-чуть, я питаюсь сбалансированно. Я, знаете, видимо, может быть, возраст уже такой. Я отношусь к себе с любовью. Мне хочется, чтобы мой организм все получал. Мне хочется жить дольше, да. Мне хочется чувствовать себя хорошо. А на самом деле я довольно-таки часто из-за этого хожу по врачам, проверяю себя. И тоже вижу людей в больницах. И страшно, страшно на это смотреть. Занимайтесь собой сейчас. Потому что вот на самом деле я буквально сегодня пришла из больницы, и просто вот там женщины тоже сидят, говорят: да, я вот там не занималась собой. Вот сейчас вот все, вот там разваливается, тут разваливается. Хвост ломит, да, лапы отваливаются. Начните заниматься собой прямо сейчас. Если даже уже вы старше меня, ничего страшного, не все потеряно, все еще можно вернуть, да, можно питанием себя поддерживать, физической нагрузкой умеренно себя поддерживать. В общем, я призываю, чтобы вы себя любили, чтобы вы о себе заботились, да, были здоровыми, задумывались о своем питании, чтобы в вашей жизни всегда были физические какие-то нагрузки, умеренные, повторюсь, и чтобы вы себя любили и не комплексовали. Вот. Ну, в общем, вот такая вот история. Я надеюсь, было интересно. Честно, мне кажется, немножечко сумбурно получилось. Как-то я прыгала с темы на тему, но это мое первое такое разговорное видео. Пишите свои комментарии.
отвечу вам на ваши вопросы. Пишите, что вам еще интересно, какие темы вы хотели бы обсудить. Обязательно мы с вами их обсудим. Ну и, как говорится, в Ютубе. Подписывайтесь, что там, ставьте колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. В общем, с дебютом меня. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.